3 пожара в прошлом году и 2 возгорания в текущем произошли на российской стороне в приграничной зоне. На самой границе чрезвычайных ситуаций не было. Подписанное сегодня соглашение включает план совместных действий по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на приграничных территориях. Наиболее актуальным был и остается риск перехода природных пожаров через госграницу. Особенности вблизи приграничных населенных пунктов Республики Тыва и Монголии. В мае этого года произошел степной пожар на приграничных территориях Адюрского района и Усаймака, где существовала угроза перехода в населенный пункт Акчара. Для борьбы с пожаром была мобилизована мощная общая группировка с нашей стороны и со стороны Монголии. Совместными усилиями удалось предотвратить распространение огня на населенные пункты. Помимо пожаров есть и другие риски – землетрясения, автоаварии и биологические угрозы. В решении этих вопросов и задач необходимы консолидация и общие усилия. Учитывается и специфика развитого животноводства в Туве и Монголии. Очень тоже также рад тому, что мы на сегодняшний день тоже не только взаимодействуем, но и обмениваемся опытом. Данный опыт тоже приносит свои плоды, соответственно, и благодаря этой работе у нас на сегодняшний день тоже имеется такая очень стабильная и хорошая обстановка. Также по результатам рабочей встречи и также по результатам нашей совместной работы будут дальше развиваться наши именно как отношения, взаимодействия, также и будет развиваться именно деятельность как спасателей, как горных спасателей, так и водолазов, так и пожарных. То есть благодаря тому, что мы обмениваемся опытом и, соответственно, то, что мы делимся своими, получается, наработками, соответственно, они тоже приносят плоды, и наши эти все службы развиваются в нужном направлении. С докладом о сотрудничестве за текущий год выступил заместитель начальника Главного управления МЧС России по Туве Валерий Широп. В рамках реализации плана международной деятельности МЧС России в 2022 году был подписан план совместных мероприятий на 2023 год. В соответствии с планом было предусмотрено 9 совместных мероприятий, охватывающих весь спектр нашего сотрудничества, нацеленных в первую очередь на предупреждение и чрезвычайные ситуации и своевременный обмен информацией. Первое мероприятие – совместное учение по отработке связанных с защитой населенных пунктов от природных пожаров на приграничной территории Эрзинского района Республики Тыва и Забханского Аймака Монголии. Учения проводились в период с 20 по 21 апреля 2023 года. Информация играет ключевую роль в управлении любыми ситуациями, поэтому важно обеспечить качественное взаимодействие между ведомствами. Для успешного решения задач необходимо оперативное и слаженное взаимодействие обеих сторон. Айра Асад, Владимир Суртюк, Айдана Сенденма, телеканал Тува 24.